Короче, сейчас я приезжаю в Новосибирск. Через 4 часа я должна уже приехать. Нет, через 3 часа. У тебя что, родственники, каникулы или... Здрасте. Короче, сейчас мы едем в батутный центр. Вот, побудем там часа 2, а позже поедем на концерт прошлой моды. Мазовка, юху! Короче, уже пришли в батутный центр, вот. Сидим тут, фотоемся около такого зеркала. Катя сейчас заказывает нам покушать вон там. Эй, где она? А, она уже заказала. Вот, сейчас покушаем, потом куда-нибудь поедем, не знаю еще. Я сейчас пойду оставлю свой портфель у Никиты в машине, и мы поедем на концерт прошлой Молли. Пришли, тут очень много народу, короче. Капец. Вы просто посмотрите, сколько здесь пока что людей. Это пока что, ёб твою мать. Короче, здесь просто дохуя людей. Смотрите на это. Я очень дико орала, и у меня, кажется, сорвался голос. Вот. И тут сейчас... Это все очередь за одеждой. Вот это я понимаю. Очередь. Не знаю, как вы, а я немножко не пустили в один отель, потому что якобы у меня нету 18 лет. Сейчас мы вот в таком вот маленьком номере. Тут 5 кроватей, 5. Приезжайте к нам.